Масочку обуздикать. Мам, грачихи, маленькие грачатки, смотри. Да? Смотри, какие крошечные. О, смотри, какой кролик. Мам, ой, какие лапки. Маленькие крольчата, да? Ой, да. Сейчас мы нашего гонщика познакомим. Гонщик, смотри, какие маленькие. Мам, а можно я этого поглажу маленького? А как же ты к нему пролезешь? Гонщик, смотри, твои сородичи. А черный какой хороший, смотри. А тот, смотри, что тот делает. Посмотри, какой малюта. Ой, как он тянулся. Мы его глажу. Ты нашла отверстие? Кать, ну ты вообще, конечно, у нас нагрёшь просто ходячий. Да просто хочу поглажу. Я уверена, что так сделать нельзя было. Ой, смотрите, какой. Ой, какой. Смотрите, какой. Какой жирный кролик. А смотрите, какой я нашла. Какой он большой, да? Нашего кролика. Кать, иди сюда. Иди, смотри, маленький. Мама, у меня слишком большой есть. Иди, маленький, смотри, что делает. У тебя большой кролик, Кать? Смотрите. Гонщик, смотри, какие зайцы. Как пристроился. Гонщик, смотри. Ой, Гонщик, будешь знакомиться? О, они тоже бананы едят, смотри, Катюх. Тоже бананы? Да. Ой, смотри, что... Ты это видишь? Это солью, жирух. Как ролики делают. Гонщик, тебе нравятся твои друзья? Очень, скажу, очень нравятся. Нет, ты теперь мой жук, после чужого кролика. Да я буду. Иди сюда. Как сюда? Знаешь, что девочка в белой шапке со мной разговаривала? Да, как дела-то? Расскажи. Я объяснила, что козу лису привезли еще. А-а-а. Эту козу и называют лисой. Да. Да, она сказала, что ее так называют. Ты видела больших кроликов? Видела. И как они? Они спрятались? Ой, смотри, маленький бенни. Смотри, маленький. Смотри, да, маленький ходит. Ты видишь? Да. Пап, их четверо кричат. Четверо? Четыре кролика маленьких. Да, маленькие. Вау.